Как убрать у девушки влюбленность другого и влюбить в себя? Какими фишками пользоваться? Я классную тему рассказал тут, охуительно. Классную, вы знаете, вы охренеете от этого просто сейчас, когда узнаете, услышите. Дело в том, что когда вы, блядь, надо дверь закрыть. Герман, закрой дверь, потому что звук слышно. Попроси, чтобы тише. Горничные пришли. А сколько времени? Нам же выезжать уже. Слушай, а сколько времени? Ничего есть. Нам же выезжать надо. В общем, слушайте. Это крутая тема. Так никому не рассказывайте, обещайте мне. Значит, просто переключить вообще можно вот так. Она влюблена в какого-то парня, а ты говоришь, покажи мне фотки. Смотришь на фотки и говоришь, блин, трахнуть бы этого кобелька. Какой он классный. И начинаешь с ней конкурировать за него. Все. Ну, подробности потом узнаете когда-нибудь, как это делается, да, там. Все. Вот как только ты это сделал, по определенным причинам, не буду говорить каким, вот, она просто охреневает и меняется в ее голове ваши роли сразу. Сразу он уходит туда, а ты как бы вверх. Сами подумайте, почему это работает. Подумайте, почему это может работать. Это очень крутая вещь. Она работает, вы можете это проверить. Да? Объяснение очень серьезное, очень научное, очень серьезное объяснение этой фишки, почему это работает. Слушай, а сколько времени? 9.06. Надо же идти собираться, наверное. В центр поедем, да? Сейчас монетку кинем. Она подумает, что ты гей. Нет, нет, ты не гей, ты просто хочешь этого парня, все. Ты хочешь, ты говоришь, блин, классно, я бы тоже его трахнул. Ну, мы с тобой похожи. Нам с тобой нравятся одинаковые люди. Да. Это круто. Ну, слушайте, на самом деле, это вот просто я вот этот эфир провел. Я представляю, если бы я такой эфир увидел, когда я начинал, там, в 22 года, я вообще охуел бы. То есть, конечно, половина того, что я рассказываю вам, вам надо забыть, как бы, забыть до момента того, как у вас будет 100 телок. Просто потому, что вам это на самом деле не нужно. Просто я уже по-другому не могу. Для меня это, ну, настолько обычные вещи, как бы, нормально. Забудьте, друзья, не думайте об этом вообще. Забудьте этот эфир, забудьте все, что я вам рассказываю.